Перед вами человек, так, который помирил Барбару Брыльску и Валентину Талызину. А у них был конфликт, кстати, да, многие, не знают. Валентина Илларионовна обладает очень тяжелым характером. Она прекрасная актриса, потрясающая. Она вообще такая женщина интересная. Она же снялась в этом клипе, она который мы вспоминали сегодня. «Зима», мы с ней тогда познакомились, подружились. Она замечательная. А у нас была сцена первая с ней в аэропорту, где... Она мне игрушку показывает, хочет меня развеселить. Я должен вытащить там деньги, так показать ей, не трогай меня, я в печали. Она мне говорит, ты сиди, ничего не играй, я все сделаю сама. Я говорю, хорошо. Первый дубль пошел, Максим Паперник режиссер, Максим Асачи оператор, выдающийся оператор Максим Асачи, выдающийся Максим Паперник бедный, который умер, к сожалению, несколько лет назад. Пошел первый дубль, я пытаюсь что-то сыграть, она говорит, я ж тебе сказала, сиди, не играй, я сама все сделаю. Я говорю, понял, понял. Второй дубль пошел, я опять пытаюсь что-то сыграть, она развернулась ко мне. Твою мать, говорит, я тебе сказала, сиди тихо. Я говорю, все. Вот так мы с ней подружились. А помирили как с Барбарой Брыльской? Десятилетие бульвара Гордона, 10 лет, юбилей. У нас были такие праздники крутые во Дворце Украины. Иногда во Дворце спорта один раз, по-моему, было, а так Дворец Украины. Когда собирались самые выдающиеся певцы, актеры, режиссеры, спортсмены. Причем, знаете, как я любил? Чтобы вот звезды выступают на сцене, ну и полный зал звезд. Угу. Это фантастика, конечно, когда у тебя в партере сидят, и ты поднимаешь их и показываешь людям. Василий Алексеев, двукратный олимпийский чемпион, самый сильный человек планеты, тяжелоатлет. Станислав Говорухин, Олег Блохин, там, Ольга Сумская, Микола Касьян. Это такое сочетание. Вот Александр Пороховщиков, Валентина Талызина, Барбара Брыльска. Вот они все приехали на десятилетие нашей газеты. И Валентина Илларионовна все время ворчала. Приехала, это польская артистка, приехала, сыграла. Что она сыграла? Там же голос главный, я ее озвучила. Но ей дали государственную премию, мне не дали государственную премию. Все знают, что это она сыграла. А если бы не мой голос и так далее, и так далее. Она только, значит, ходила, показывала, какая она великая, я и так далее. И вот уникальная ситуация. И Брыльска... И Талызина приехали ко мне в гости. Я вывел на сцену Брыльску, поднял в зале ее, вывел ее на сцену. У меня видео есть. Я его, кстати, в YouTube когда-нибудь залью. Вывел Брыльску. Она что-то сказала. Потом подхожу в зале прямо к Валентине Илларионовне. Она что-то сказала. Уже атмосфера теплая. Уже так хорошо все. Такие люди, боже мой. Вы не представляете, человек 50, вот настоящих звезд. От футбола до Боярского. Там, от Аллегровой до Шахлина, нашего великого гимнаста и так далее. Короче, потом банкет. Наверху во Дворце Украина всегда традиционный банкет, где все эти звезды сходятся уже за столами. Ну и как тут не подвести Барбару Брыльску к Валентине Талызиной? И все. Мы чуть-чуть выпили. Они помирились. С тех пор не ссорились. Угу. Интересно. Мы продолжим. Мы записали, кстати, с Валентиной Илларионовной два интервью. С Барбарой Брыльской мы сделали интервью очень хорошее.